Экспресс-новости от Витера Эмбуза. Только самая свежая и актуальная информация. Такого количества собак на улицах Орла еще не было. В этом году они особенно свирепы. Только за 10 месяцев этого года от укусов собак в Орловской области пострадало 2346 человек. Орловщина по бешенству выбилась в лидеры по стране. Самым опасным районом признан 909 квартал. Там за один день собака покусала 20 человек. Страшно мусор выносить. Стоит стая, смотрит внимательно. Типа порвать или пусть еще походит. Деньги на борьбу с бешенством в бюджете закончились. Впереди нашествие бешеных собак. Я вот лично попал под вакцинацию от бешенства и принимаю микстуру по времени. Так, а этот у нас что здесь делает? Какое отделение? 16-е. Угу, пошли-ка на уколы.